Привет, обзор инструмента, значит, Тополина, декодер. Декодер, самоимпрессия. Матура. Перед работой обнуляем инструмент. Вставляем ключ натяжения. Пока инструмент новый, замки могут открываться немножко долго. Со временем пины и шахты притираются, инструмент открывать начинает быстрее. Для того, чтобы не поломать и сохранить сам инструмент, хотел показать, что вот так изначально качать за ручку не рекомендуется. Можно легко сломать инструмент. Специально есть ключ натяжения, и мы даем натяжение, и даем натяжение и самим ключом манипулируем по чуть-чуть. Ну, замок уже открылся.